Бога служим людям. Чтобы твои грехи были прощены. Пятое. Иисус воскрес. Шестая. Бог дарует небеса. Итак, друзья, у нас есть спасательный круг. Выберите, пожалуйста, кто будет рассказывать вам «Золотой сын», потому что нам нужно продолжать нашу игру. Бери за руку и уводи. А мы поднимаемся на наши ножки, собираем круг и поехали дальше. Поехали! Стоп! Он не сделал новое.